А чей Крым, скажите? Наш. А наш это чей? А зачем вы мне такие вопросы задаете? А зачем вы меня спрашиваете? Я вот если ответите, я убежду, что вы не мошенник. Хорошо, Крым Российской Федерации. Отлично. Мы можем продолжать разговор? Конечно, можем. Смотрите, я сейчас, наверное, переживаю за ваши финансовые счета больше, чем вы, раз вы так шутите. Не, я очень сильно переживаю за свои финансовые счета. Особенно в Сбербанке. Алло? Да. Можно мне вам вопрос задать? Конечно. А чья Кубань? Кубань, российская. А в каком году она в состав Российской Федерации вошла? А, вот это вот не знаю, не сильна в географии. А вот вы посмотрите. А в каком году Запорожская область вошла и Херсонская? А при чем тут Запорожская и Херсонская? Потому что рядом там. Так, а Таганрог чей? Таганрог наш, российский. Ой, глупенькая ты, глупенькая.